Мы рады вас видеть сегодня здесь, на нашем празднике детства. Спасибо вам большое за таких талантливых детей. Вы все видели, они и танцуют, и поют, и играют. Но мы не могли сегодня не вспомнить о той трагедии, по которой скорбила вся страна, наверное, скорбил весь мир, когда дети приехали в детский лагерь, и их жизни нелепо унесла судьба. Я не могу закрыть глаза, накатывает волнами удушье, и, кажется, холодная вода мне заполняет нос и уши. Не страшно умереть, но дети пусть живут, и слезы матерей их не спасут и не вернут. В глазах застыл немой вопрос: где мама, папа, что со мной? В холодные объятия приняла вода жестокая, несправедливая судьба. Скорбим и молимся за них. Господь, прими и обогрей их души. Прости, Господь, что не смогли спасти детей, спасти их души. Пусть они будут счастливы и здоровы, а наша с вами задача обеспечить им такой отдых и покой. Спасибо вам большое, но жизнь продолжается, и поэтому, Ариша, иди сюда, пусть тебя ангел-хранитель выведет. И Ариша, Ариша сейчас вместе со всем лагерем споет песню о той стране, где нет места для слез и печали. Держи, Ариша. Наши фото добра.
любят. Отдыхайте до 7 часов, они ваши. Все расскажут, все споют. Всего доброго!